Hmm. <sighs> Ну, <laughs> есть и есть, уже какой-то отзыв, уже хорошо. И э, очень сложное время, написал наш Алексуф, и я сегодня не смог зайти на сайт. И по всей видимости это все связано с какими-то попытками блокировок всего. Мы тут, конечно, ни при чем, но все равно обидно и тревожно, потому что с разных сторон на разные сайты невозможно заходить. Впрочем, даже не знаю, когда было не тревожное время. Ну, по крайней мере, для людей сверхчувствительных, ведь для них вообще проблема тревоги, эта проблема, мягко выражаясь, немаловажна. Поэтому ваши ответы я сегодня могу видеть только на экране своего смартфона. И поэтому уж извините, если чего не замечу. Напомню, что... Да, выходим мы в сложных условиях, и что лучше подписаться для того, чтобы смотреть наши трансляции, поскольку явно они будут в ближайшие пару месяцев выходить нерегулярно. Вот, ну, наверное, это не самое неприятное, что случается в жизни, и тем не менее, видите, приходится задерживаться. И это... Собственно, есть тревожная ситуация, потому что все знают, что такое тревога. Тревога это беспокойное чувство, направленное в будущее. По крайней мере, так можно сказать о тревоге вообще. Есть у тревоги, сразу скажу, еще одно великое свойство. Наверное, ее можно очень точно описать, если сказать, что это чувство неопределенности, связанное с будущим. Ну, например... Я не могу понять, выйду я сегодня вообще в, к вам, на, пусть наш маленький, секретный, как я всегда говорю, эфир, видите, все сложности делают наши разговоры все более и более секретными. Ну, отчасти я стараюсь об этом говорить с гордостью, между прочим, правда-правда. Вот, так что задумывайтесь о том, о чем мы говорим, пока такая возможность есть, и подписывайтесь, потому что иначе вы, конечно, будете пропускать трансляции. Ну вот, все пытаюсь, я тревожный, какими только болезнями я не страдаю, психическими, господи боже мой, к тревоге, В ней есть один очень важный компонент, который обычно не замечается. Я всегда говорю, тревога ⁇ это оборотная сторона свободы. Ну, я привык по вторникам и четвергам в 21.00 мы с вами разговариваем на Ютубе. Когда-то и по вторникам, и по четвергам, и по средам, и по пятницам мы говорили на Радио России. Я привык, что я концентрирую какие-то мысли для того, чтобы поделиться ими с вами. Вот когда вдруг выясняется, что я почему-то не могу зайти на форум, или там вот кто-то написал за рекламу себе самому жалобу в интернете, я, с одной стороны, мое будущее сегодняшнего вечера оказывается неопределенным. А с другой стороны, я оказываюсь свободен. Правда? Ну, у меня, оказывается, свободный вечер. Свободное время с 9 до 10 вечера. Тревога и свобода следуют одна за другой. С одной стороны, я всегда, правда, мы, не я один, всегда жалуемся на жуткую и становящуюся все более и более жуткой государеву службу. С другой стороны, она обеспечивает человеческий трамвай, рельсами, То есть, ну, ты каждое утро должен встать, пойти на работу и там выполнять обязанности, которые тебя обременяют, но лишают тебя тревоги. А вот когда ты, чувствуешь, чувствуешь себя еще вполне здоровым и полным сил, ну, например, вынужден уходить на пенсию, тебя уходят на пенсию или ты? сам ушел на пенсию, то вдруг выясняется, что в этой атмосфере полной свободы, без обязанностей, обременительных, тяжких, противных, тебе становится так тревожно, что многие от этих тревог быстро умирают по той простой причине, что... Свобода правда, свобода. Ложиться тяжким бременем на сердце, на сердечную мышцу. И часто, ну, в общем, часто это может обернуться катастрофой. Почему мне хотелось поговорить о тревоге? Ну, потому что, наверное, сегодня в нашем обществе на самых разных уровнях, она опять же воспринимается как некоторое психическое заболевание. Вообще человек не должен быть тревожен, он должен быть позитивно настроен, верить в светлое будущее и двигаться вперед семимильными шагами. А если ему тревожно, если ему неспокойно, то он тогда является больным человеком, и ему нужно пить лекарства. Должен вам сказать, что, на мой взгляд, глобально никогда и никого лекарства от тревоги не спасали, а если спасали, то только временно. И при малейшей попытке их отмены та же самая тревога снова наваливается тяжким бременем на сердце. Так вот, что, почему я вообще решился поговорить о тревоге и э, обсудить эту тему. На самом деле, у меня был повод, уж простите, не все это любят, сугубо православный. Да, потому что однажды э, мне Саша наш, Алексуфа, переслал письмо из э, портала «Православие и мир». Письмо это звучало так. Здравствуйте, я там редактор портала «Православие и мир». Моя коллега на «Православие и мире» пишет статью про тревожное расстройство на своем опыте, рассказывает о своих страхах, дальше следует перечисление бесчисленных страхов. Нам бы хотелось к этому личному опыту комментарий специалиста. Насколько распространены тревожные расстройства, насколько это опасно и в каких случаях необходима помощь специалист? Автор текста пишет, что когда она рассказывает о своих тревогах, оказывается, что многие ее друзья страдают от похожей проблемы. Можно ли говорить, что какие-то психические болезни становятся модными и распространены более других? Если да, то что влияет на их популярность? Ну, вопрос сложный. И тем не менее, ну, отвечать же надо коротко, поэтому можно я прочитаю свой ответ? Вот я написал так. Здравствуйте. Тревожные расстройства распространены в 100% случаев, если брать эти проценты от населения, поскольку тревога – это оборотная сторона свободы, неотъемлемого свойства человеческой души. Мы свободны и свободны именно потому, что не можем точно знать собственного будущего и испытываем тревогу. Тревога – это механизм адаптации к свободе. Она заставляет задумываться о будущем, планируя его. Страх и тревога – это проблемы разные. Страх или фобия – это структура психической защиты от тревоги. Страх, в частности, снимает с человека ответственность за будущее, оправдывая его слабость и бездействие. Страх в нашей культуре объявлен болезнью, а болезнь – практически единственное понятие, освобождающее человека от ответственности. На самом деле, конкретные страхи всегда указывают то направление личностного развития и действий, к которому человек бессознательно стремится. Да, говорить о том, что какие-то психические болезни становятся модными, можно и нужно. Только если мы говорим о моде, то это не болезни, а психологические проблемы человека, убегающего от ответственности за самого себя и даже не пытающегося разобраться в собственных мыслях и чувствах. Пытающегося переложить эту ответственность как на болезни, так и на врачей. Не только психиатров, разумеется. А, да, врачами. Для нас время от времени выступают политики, которые определяют будущее за нас, лидеры сект, гадалки, экстрасенсы. И так без конца и края. Потому что на самом деле любая психологическая помощь в том или ином смысле – это помощь от тревоги, потому что тревога, неопределенность будущего присутствует в человеке всегда, как нечто осевое. Что влияет на популярность болезней – ну, конечно же, нарастающее чувство социальной беспомощности человека, его ненужности и бессмысленности его существования. Да, что я испытываю, когда мастер, мастер программного обеспечения Алексуфа не может при наличии скоростного интернета подключить меня к нашему же собственному сайту. Ну, в общем, я испытываю чувство беспомощности, а значит и усиление тревоги. Но конспективно, да, наверное, я почему это читаю, потому что нигде это опубликовано не было, а это такой концентрат, сгусток того, что, ну, по крайней мере, нормальная в моем понимании психология думает о тревоге. Так вот, почему я вам в конечном итоге читаю? Потому что дальше я написал следующее. Мне все более и более странными представляется появление такого рода материалов на, на православии и мире. Во все времена церковь была убежищем от тревог. Каким образом православный человек может обсуждать тревогу и страх как болезнь? Ведь лекарством именно от тревоги во все времена, христианские времена, служили исповеди причастия. Я все время, знаете, по этому поводу вспоминаю Карла Юнга, который как-то однажды, однажды ему привели алкоголика. Одна из евангелийских даже не сект, а групп. Дело в том, что на одном из евангельских чтений он почувствовал просветление и бросил пить. И Бог помог ему бросить пить. И его стали, этой группы евангелистов, стало возить его по всему миру, ну, по крайней мере, по всем Соединенным Штатам Америки, показывать и рассказывать, как Бог его спас. В конце концов, этот человек где-то через год, по-моему, не выдержал свалившейся на него славы и запил. И тогда его привели к Юнгу. И он сказал, вы же верующие люди, как вы могли его ко мне привести? Если ему Бог не смог помочь, представляете, Бог то чем же ему поможет психотерапевт? И для меня в этом, правда, страшная беда. Потому что все это можно переформулировать таким простым способом. Можно сказать, люди, наверное, ничто не может избавить человека от тревоги в большей степени, чем религиозная вера потому что только вера дает человеку некоторую убежденность или некоторое ясное понимание будущего. Там впереди про свое будущее мы знаем точно совершенно нам только одно, что в общем все мы умрем. И эту тревогу за неизвестной смертью и что за нею, Вечную, обычную для человека может снять, в общем, только религиозная вера. И если на православных ресурсах начинает обсуждаться, что это вот тревога, тревога и ее разные феномены, болезнь, и что православный человек может принимать наркотики, то бишь психотропные препараты, которые его от этой самой тревоги лечат, то, как говорил принц Гамлет, что-то неладно в датском королевстве, ну, совсем неладно, потому что, в общем, это известный, широко описанный факт о том, что люди, не находящие опору в себе, а не находить опору в себе, это, собственно говоря, и есть тревожиться. Люди, не находящие опору в себе, всегда приходили в церковь, всегда находили в ней утешение и уверенность. Но теперь, как мы вот совсем недавно говорили, церковь отправляет к психиатрам, а в духовных училищах начали преподавать психиатрию. И в этом процессе возник совершенно уродский процесс отделения душевного от духовного. Вот, видимо, бывает душевная тревога и духовная тревога. Одну лечить можно, а другую, видимо, нельзя, что ли. И я вообще, мне приходилось в жизни очень много думать об этом. Почему? Ну, наверное, именно поэтому. Именно потому, что я человек в сущности тревожный. И я попробую помочь. На самом деле, конечно, мне думается, что существует два типа тревоги. И я не знаю, какой из них более важен, потому что, и тем не менее, разорвать их, отделить одну от другую нельзя. Но вот понять, как помочь человеку справиться с этой самой тревогой, можно попробовать. Ну, наши привычные... Наше привычное обращение к живописи, надеюсь, нам поможет. Мы все знаем легендарную картину Кузьмы Петрова-Водкина. Удивительного философствующего советского художника Купание красного коня. Но ну вот еще об одной его картине, которая так и называется, Тревога, мы вспоминаем редко. Вместе с тем. Это в некотором роде вроде пророческая работа. Она нарисована в 1919 году.

Но все равно 34-й, это не 37-й. И понятно, видимо, о какой тревоге я говорю. По той простой причине, что эта тревога внешняя. Люди только что поужинали, маленький ребенок спит, девочку собираются класть спать, и что-то происходит во дворе. И все вдруг меняется в обыденном течении жизни. И, наверное, это девятнадцатый год, потому что в те страшные годы вокруг человека, вне его стен, вообще не могло быть никакого покоя. Но для меня эта картина Петрова Водкина важна именно тем, что она описывает внешнюю тревогу. Тревогу за то, что происходит вне домашнего уюта, на улице. И а... удивительно лицо женщины, оно одновременно... И напряженная, и спокойная. Удивительные ее руки, которые рабочие, руки тяжелые, которые пытаются, пытаются оберегать и защищать дочку от неизвестной угрозы, на которую, видимо, смотрит отец. Но мне кажется, что эта тревога наша, наша. Очень часто мы ее одной единственной тревогой и считаем. Это тревога за то, что происходит на улице. Ну, неважно. Правда, мы же не знаем, что там происходит. Всего через два года за людьми начнут приезжать черные воронки, и они начнут исчезать из жизни. Потом придет война. Потом... Мы вечно будем ждать очередного витка инфляции. Сначала бандитов, потом очередного витка инфляции, потом еще чего-нибудь. Я для себя называю эту тревогу внешней. Можно ли от нее вообще каким-то образом вылечиться, избавиться? Можно ли ее как-то преодолеть? Ну, в общем, конечно. Только для этого, по крайней мере, отец и мать должны выйти из дома на улицу, понять, что там происходит, и по мере своих сил как-то сделать так, чтобы в обществе эти страхи прошли. Правда, неопределенность... Угрозу неопределенного опасного социального будущего можно снять только участвуя в строительстве этого будущего. Есть еще второй вариант. Это когда тебе объясняют, что мы все вместе идем к строительству светлого будущего, а тревогу вызывают враги. Но в любом случае это будет вариант внешнего внушения. Почему я об этом говорю, почему пытаюсь это показать? Потому что, ну вот теперь представьте себе, что происходит то, что происходит сегодня. Эти папа и мама понимают, что, ну, в общем, может быть, случилось что-то нехорошее, но это нехорошее, не какая-то супертрагедия. И они, вот эти папы и мама, начинают пить таблетки от тревоги. У меня мышление образное, я поэтому иногда с большой болью представляю себе, что как-то они ложатся спать, отпадают один от окна, другая от дочки. Вот, становятся спокойными, нейтральными, равнодушными, и дети начинают расти как-то сами по себе, потому что папа и, мама, папа и мама лечится от тревоги. Мне кажется, что такого рода вот это представление, да, ну, в принципе, какая разница? Они оба могут напиться водки, да, и произойдет примерно то же самое. Они могут начать пить успокоительные таблетки. Поскольку им же говорят, что все хорошо, а они-то на улице видят что-то совсем другое, ну вот... А, мне кажется, это очень хорошо действует. Ну, как можно избавиться от той тревоги пенсионной, о которой я говорил совсем недавно? Да очень просто, как мне кажется. Ну, для этого надо пойти чем-то заниматься. Я даже не говорю обязательно работать, хотя такой вариант тоже возможен, не всякого сомнения. Ну, можно чем-то заниматься, ну, например, вот вести мало кому нужные разговоры на Ютубе. Но можно пойти читать лекции, там, я не знаю, в детские дома, в просветительские центры, можно в общем открыть малый бизнес по выпеканию пирожков ну, огромное на самом деле сейчас существует гораздо больше возможностей чем их было чем было в советское время но самое главное и мне кажется что у петрова водкина это очень четко чувствуется не не, не прятаться в этих стенах потому что иначе тревога будет только усиливаться. И не принимать успокоительные таблетки. Потому что тревога, идущая от внешнего мира, она лечится только твоим малым, посильным, непосильным, но ну, участием в преобразовании этого самого внешнего мира. Более того, как только ты начинаешь действовать, твоя тревога уменьшается. Есть еще одна своеобразная особенность этой тревоги, очень важная, как мне кажется, который, ну, может, нет на картине Петрова Водкина, но на самом деле, может и есть. Только надо внимательно присмотреться, проецировать. А... Там за окнами наших домов, сейчас, особенно сейчас, тогда, это было меньше заметно, а в 2019 году, которым обозначил Петров Водкин дату событий на своей картине, конечно, было заметно чрезвычайно. Мы непрерывно участвуем в шквале перемен. И получается так, что человеку нужно непрерывно меняться. Причем это как бы даже в каких-то абсолютных мелочах. Да? Ну, вот мы одно время там прикладывали карточку для проезда метро вот так, потом надо приложить вот это или куда-то вставить. Мы выходили, садились на электричке одним способом, теперь садимся другим. Я имею в виду, опять же, вот эти упускные автоматы. Стремительно меняется э, средства информации, которыми мы пользуемся. Правда, э, старшее поколение привыкло вот к громоздким книгам, как я, к э, тяжелым носителям музыки, к винилу, к сиди дискам. Теперь оказывается, что носители не нужны вообще, и что все, включая наш форум, на который я не могу пробиться, помещается в этом маленьком гаджете, о котором, да, который предполагали сто лет назад и наш Александр Беляев и Герберт Уэллс и Жюль Верн. А, более того. Эти перемены, которые происходят сейчас, я имею в виду, там целый поток вещей, на которые надо реагировать, а стало быть меняться. Ну, не, случайно, ну, не случайно же римский папа назвал фейковые новости самым главным деянием дьявола как бы мы все время дергаемся под влиянием каких-то уважающих, каких-то фейковых и справедливых новостей, мы то начинаем готовиться к войне, то пытаемся прятать остатки валюты в банке, которые зарываем в саду. Ну, не знаю, да? Как бы мы живем в потоке непрерывных изменений. И да, мне все время говорят, вот, Александр Геннадьевич, надо меняться, надо меняться. Вы говорите очень долго, очень медленно, нужен короткий формат. И, кстати говоря, мы обязательно сделаем короткий формат в виде кратких советов. И длинный тоже оставим. Но так как вот сейчас такое удачное-неудачное время, когда мы можем на Ютубе располагать только записи, может быть, мы заодно запишем серию коротких сюжетов, а вы покритикуете, сможете там задавать вопросы и попробуем посмотреть, будет ли вам интересен, кроме, кроме длинный формат, этот вот часовой, по крайней мере, мы оставим. Мне говорят, надо меняться. А я в общем, ну, как все. Не так, чтобы хочется застыть, но хочется достичь какой-то окончательности. Ну, вот там, я не знаю... Вот был формат радиопередачи, теперь нужно делать формат Ютуба. Такой, 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 такой пробовать. То, все, пятое, десятое. Я с интересом это делаю. Ну, все равно, да, хочется это застыть, уже понять, да, вот окончательно, кто я такой, чего я делаю. И вот это требование времени непрерывно меняться. И в общем отсутствие в человеке достаточной меры внутренней гибкости, конечно, о разных людях надо говорить по-разному, оно очень влияет на уровень тревоги и на моду на тревожные расстройства сказал бы я и это некоторая заданность внешнего мира его неопределенность на картине петрова петрового водкина Второй трип, тип тревоги, ну, для меня, я для себя. Я называю ее тревогой-мунка. И это люди, вот тревожные люди, которые двигаются по его любимому мосту. они не смотрят на внешний мир. На то, что под мостом, вокруг моста. Вообще они не боятся этого моста. А есть еще, я почему-то ее не скачал, есть еще одна картина, которая тоже часто, чаще всего именуется тревогой, когда такие же люди, вот с такими же глазами, идут по улицам города. Ну, такого средневекового, типичного европейского города. И если вы присмотритесь, то поймете, они смотрят внутрь себя. И это тревога для меня внутренняя. Я называю ее тревогой бессмыслицы. У этих людей Мунка не шибко одухотворенные лица. Для меня это мое субъективное ощущение. Эти желтые глаза, точки, которые смотрят, проваливаются внутрь, они очень эгоистичны не видят никакого смысла собственного существования. еще, когда я смотрю на эту картину, мне все время это одна из частей триптиха, если вы помните, я его как-то показывал. Крик знаменитый является правой створкой триптиха. Вот, а отчаяние левый. Я хочу сказать, что... Поэтому я не стал брать весь триптих сегодня. Есть внутренняя тревога, которую я называю для себя тревогой бессмыслицы. Суть первой тревоги внешней заключается в том, что я чувствую, что внешний мир не хочет соответствовать мне. Ну, чему, чему угодно во мне, моим желаниям, убеждениям в конце концов безопасности моей семьи как на картине петрова водкина а на картине мунка я не соответствую этому миру я в нем чужой и мир этот чужой и я боюсь что люди которые, идут за мной или передо мной, они, они почувствуют мою бессмысленность. И поэтому я как бы прячусь, прячусь, чтобы люди этой самой бессмысленности не почувствовали. Видите, я все время стремлюсь к короткому формату, поэтому пытаюсь описать эти виды, виды тревоги кратко. И не знаю, насколько эта краткость не делает моего, моей речи пошлой. Что для меня очень важно тут в этих ощущениях? Можно ли опять, представьте себе, что эти люди начнут принимать таблетки от тревоги. И вы тоже, наверное, поймете, что они медленно опустятся где-нибудь прямо на мосту, прилягут отдохнуть, но выражение их лиц абсолютно не изменится. Ну, по крайней мере, я это так чувствую в своем мысленном эксперименте. Так вот, эта тревога абсолютно естественно и снова, потому что все мы умрем. Стало быть, если мы умрем, то мы должны оставить, ну, хоть какой-то след на этом мосту. Хоть какой-то отпечаток себя. И эти люди не понимают, что говоря в терминах тревоги, На самом деле, видимо, смысл нашей жизни заключается в том, чтобы уменьшить тревогу или избавить от тревоги, ну, хотя бы какое-то ограниченное количество людей. Показать им, что в мире есть что-то вечное, и что у каждого есть свой смысл, и не нужно прятаться в себя. Ну ведь правда, в этом же смысл жизни. В том, чтобы чуть-чуть уменьшить общий уровень тревоги в мире. Или вот как мне, меня спрашивали с православия и мира, моду на тревожные расстройства. По всей видимости, в этом главная суть проблемы тревоги вообще. Даже любование красотой или какими-то вечными вещами, которая, в общем, является нашим излюбленным средством от тревоги. Не очень помогает, и тоже тот же мунг, вот есть у него такая странная картина Мистерия летней ночи она называется. И это вроде бы прекрасный пейзаж в летнюю ночь, но напряженная тревога, если вы. Посмотрите в глубину себя, то поймете, что напряженная тревога заставляет человека, глядя на этот пейзаж, видеть что-то страшное, искажающее его, делающее его неприятным. Да, что-то вроде какой-то странной живой медузы из песка, гнусной рожи каких-то страшных животных, плавающих в тени моря. Это не страх. Это такая квинтэссенция тревоги, которая может превратиться и в страх, и в бред, потому что тревога станет невыносимой. Либо тревога Внешнего мира и его изменений, либо тревога, связанная с миром внутренним. Это тоже Мунк, и это я называю эту картину «Женщина в белом». И она тоже, вообще весь Мунк, это своего рода поэма тревоги. И люди эти же, и эта женщина как будто выходят из дома, встречать Спасителя. Не в смысле Христа, а в смысле Вестника. Вестника, который какой-то знак, который их спасет и избавит от этой тревоги и одиночества. Можно ли, существует ли вообще какая-то возможность эту тревогу, тревогу преодолеть? Да. И этих возможностей в сущности две. Первую я использую, демонстрирую прямо сейчас. Я, будучи человеком тревожным, пытаюсь помочь вам справиться с тревогой. Ну как могу? Пугая вас мунком, возможно. На самом деле... Справиться с внешней тревогой, с тревогой за изменение внешнего мира, можно только делая что-то в этом внешнем мире. И сейчас, когда я разговариваю с вами, я совершенно не тревожный человек. И мне, в общем, спокойно и хорошо, и то, что я говорю, я говорю уверенно, опираясь на собственный опыт. Однако, если степень моей свободы увеличить, ну, лишить меня полностью вашей аудитории, Ютуба, возможности печататься, возможности писать, говорить, я стану гораздо свободнее. Но буду сходить с ума от тревоги. Обратите внимание, я же, ну, пусть там эстетствующий, ну, потребитель, правда? Все эти мои фигурки, штучки, знаки, которые вы во множестве видите вокруг меня, и сами, в общем, сами понимаете, видите, и все накопленные за долгую жизнь. Они ведь тоже, как и Бог-Отец на верхней иконе, они тоже способы избавиться от тревоги. Но, к сожалению, их одних, самих по себе мало. Если я не буду лечить, не буду принимать больных, не буду говорить, не буду э, писать, объяснять что-то, они все окажутся бессмысленными и через некоторое время тревогу начнут только повышать. Нет, нет, их надо, не знаю, выставлять, показывать кому-то извлекать из них какой-то смысл, но кушать этот смысл как еду, потреблять их внутрь собственного, своего собственного желудка, мне мучительно скучно. Мне нужно, чтобы они стали интересны, полезны, вам, кому-то еще, моим группам, на занятия которых, тренинговым группам, на занятия которых я часто таскаю эти штучки. Те, кто у нас был, знают это. Тогда они становятся живыми, осмысленными и лишают меня тревоги. Внешняя тревога преодолевается тем или иным, по возможности, участием в общественных процессах и, если хотите, в изменениях общества куда-то в более, точнее, куда-то в менее тревожную для человека сторону. А преодоление внутренней тревоги состоит в том, чтобы человек мог задуматься, по крайней мере задуматься о вечном. Я совершенно точно знаю, как проходит тревога у меня. Она проходит одним единственным способом, когда я беру и читаю. Я это называю большими книгами. Они могут быть философскими, могут быть публицистическими, могут быть художественными. Когда я читаю книги, которые заставляют меня прикоснуться к вечности. Вот мастера Маргарита Булгакова, и мы не зря ее обсуждаем с вами столь долгое время. Для меня способ читателя прикоснуться к вечности. И очень плохо, если читатель этой вечности не чувствует, не ощущает, не умеет о ней думать. Знаете почему? Тогда, потому что тогда он будет обречен на нарастание тревоги. Тревога проходит только тогда, при двух условиях. Когда ты, во-первых, можешь, сам умеешь думать о вечном, о нетленном, о том, что рукописи не горят. И есть еще обязательное, во-вторых, если ты делишься этим с другими людьми. В моем возрасте для себя бесполезно читать философские книги. Ну правда. Я могу их читать только для того, чтобы как-то преобразовать и поделиться этим с вами. Тогда у меня проходит тревога, и это понятно. Я нужен, и мои вечные истины тоже нужны. Понимаете, наша попытка ограничиться обжорством, потреблением, ну, неважно каким, философским, эстетическим, или наша попытка, она, она приводит к усилению тревоги. Ты вот это все знаешь, оно распухает у тебя в башке, а оно должно в любом случае, как-то, каким-то способом превратиться в любовь. Оно должно избавить от тревоги хотя бы одного человека, твоего твою жену, твоего мужа, твоего сына, твою дочь, твоих учеников. Тогда и только тогда тревога будет приходить в тебя. Здесь есть еще один парадокс, на который тоже все время упирается разговор об обновлениях, об изменениях, о поисках, поисках какой-то динамики, которая вызывает усиление тревоги. Я недавно читал какое-то интервью с нелюбимым, кстати говоря, мной Андреем Звягин, Андреем Звягинцевым. Ну, не люблю я его кино, и это, в общем, не важно. Как бы я понимаю, что он большой режиссер. И он, это не его мысль, но разговаривая со студентами, он снова повторил вслух одну и ту же мысль о том, что только ни в коем случае не снимайте кино для зрителя. Вот если вы хотите создать какой-то кинематограф, какое-то искусство, то вы должны делать то, что хочется вам, вам соответствует. Вот в этом жуткий парадокс тревоги. С одной стороны, я, Александр Геннадьевич Данилин, врач-психотерапевт, ничего другого делать и не могу. Я могу только говорить о том, что соответствует мне, и делать то, что соответствует мне. И формат будет такой, который соответствует мне. А с другой стороны, стремительно в меняющееся время требует, я, я не знаю, какой-нибудь... Пятиминутного разговора, который можно показать там в перископе. И можно еще и вместе с моей старческой задницей, потому что тогда это будет пользоваться спросом. И, увы, для того, чтобы это как-то не то чтобы это преодолеть, невозможно на самом деле потому что это два начала человеческого бытия. Мы, я много раз это повторял, что мы двойственны во всем. Но в тревоге самый важный парадокс – это вот этот парадокс. Это парадокс того, что человек одновременно должен оставаться собой, своим смыслом, и жить в обществе, которое стремительно меняет. Это просто нужно Понять и принять эту двойственность бытия, и э, тогда сразу становится легче, если ты понимаешь, что так у всех, так со всеми, и это некоторое очень важное начало. Стоит тебе э, стать таким, я не знаю, ура-патриотом, отдаться общественному мнению и делать все как все. Как ты теряешь себя, и тебе становится дико тревожно. Можно переть в свою сторону и э, делать только как это считаешь нужным делать ты. И тогда это отрицают все окружающие, и тебе становится дико тревожно, потому что включается та самая внешняя тревога, от которой тоже никуда не денешься. А... И тогда ты должен понять, что, ну, как я, да, на своем примере все время я пытаюсь сказать, что какой-то короткий формат с советами, упражнениями и рекомендациями мне, наверное, делать нужно. Но при этом все равно я не буду ловить на себе блоху. Пить на экране водку или там показывать собственную сексуальную задницу. Вряд ли вам она понравится. Ну, в общем, все равно не буду, даже если понравится. Это две силы, между которыми человек проходит, как между сцилой и Харибдой, проплывает корабль Одиссея, находя. Какую-то середину. Это и есть то, диалектического един... то диалектическое единство. Делай то, что соответствует тебе. Но делай это все-таки для других. Потому что, уверяю вас, и несмотря ни на что Звягинцев кокетничает. Потому что он продолжает делать то, что он делает. Просто потому, что это, как оказалось, пользуется фестивальным спросом. А если бы оно при его-то амбициях не соответствовало вот этому самому фестивальному спросу, он бы пытался искать другой путь. Но опять же в рамках его Звягинцева видения в реальности. Мы все время пытаемся модной становится тревога как болезнь, потому что мы все время пытаемся выбрать что-то одно. Либо быть таким надутым собой. Таким. И уходить в обиду на весь мир, который тебя не оценил. Или, наоборот, вот все, все, жить как все. Простое счастье позитивное мышление. Не бывает позитивного мышления. Бывает мышление дисциплинированное. И об этом мы обязательно будем и тренинги проводить. И, кстати говоря, пока не забыл, поговорим в том числе 19 мая в 15.00 в Доме журналиста. Потому что я очень советую прийти тревожным людям на эту нашу встречу, потому что я буду говорить и о том, продолжая, как в период уже в классическую эпоху античности люди и общались с богами, и одновременно формировали себя. Потому что формировать себя, ну, я не знаю, например, по Синеке, это, собственно говоря, и значит преодолевать тревогу. поскольку это же правда, это не нечто относительное. Тревогу позволяет преодолеть внутреннюю тревогу, в первую очередь внутреннюю, философское отношение к жизни. А мы этого не умеем, этому надо учиться. У кого учиться? Ну, в первую очередь у античных мастеров духовных практик, и вот этими духовными практиками античности, о которых, конечно, я совершенно не успел поговорить, в апреле мы поговорим 19 мая в Доме Журналистов в 15.00. Очень вас жду, потому что лучше говорить при полном зале, чем при пустом, исходя из тех самых тревожных соображений. Вот. Что еще? Тревога делает нас маленькими она заставляет нас чувствовать себя бессильными и беспомощными в глазах этого мира, который кажется нам огромным и чем-то, с чем мы не в состоянии совладать. Я считаю, что человеку тревожному нужно учиться увеличиваться в размерах. Слушатели радиопрограммы «Серебряные нити» прекрасно знают, сколько многочисленных способов увеличения себя я там советовал. Ну, давайте вспомним одно из наших самых старых, самых классических упражнений программы «Серебряные нити». Не бойтесь, закройте глаза. Я как бы все равно же не смогу через маленький экранчик Ютуба стукнуть вас чем-нибудь тяжелым по башке. И попробуйте представить себе, что вы растете. Там, за закрытыми глазами, вы сначала заполняете собой всю комнату. Мои фигурки сыпятся на пол. Потом я расправляю плечи и прорастаю сквозь потолок к соседям. Можете вы себе представить, как выглядит жилье соседей, и кто там у вас сверху живет? Если там, конечно, кто-то есть. Можете там оглядеться, посмотреть. В воображение, конечно. Не будем пробивать чужие потолки. Прорастите так сквозь этажи, которые над вами, как это <laughs> стремительно делала Алиса, когда оказалась в стране чудес, и съела кусочек мухомора. Представьте себе, что вы проходите чертак, замусоленный крышу, и вырываетесь вперед к дождливому большей части России сегодня небу. Ну, если у вас солнце, то это здорово. Сейчас звезды. И растите дальше. Попробуйте подняться на высоту телебашни. И посмотрите на город с птичьего полета. Самое интересное, что если вы смелые, вы сейчас очень многое увидите. Увидите, что потом найдете в реальности. Фонари, машины, хит-события на улицах. Может, дерется там кто-нибудь где-нибудь? Посмотрите внимательно. Но не останавливайтесь. Растите дальше. Станьте размером с неба. Увидите сверху страну, может быть, континент. Все зависит от облачности. Посмотрите, как гуляют огоньки городов. И растите дальше. Поднимитесь. Почти на уровень Луны. И посмотрите сверху на Землю, как ее видят космонавты, как она плывет и кружится под вами. Станьте солнцем. Дорастите до солнца. И представьте себе, что из вашей головы исходит свет, а вокруг нее вращаются знакомые вам планеты. Нет, мы и на Солнечной системе останавливаться не будем. Растите дальше. Растите дальше, и вы достигнете размеров галактики. Теперь ваша голова – это ядро галактики, а вокруг вращаются звездные системы. Станьте млечным путем. Представьте себе, как бесконечный поток звезд струится сквозь вас. И не останавливайтесь. Станьте Вселенной. Попробуйте представить себе, как вы почувствуете ее устройство, Помните, она еще все время расширяется, и вы растете, 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 растете. А потом также медленно уменьшайтесь в размерах, станьте с новым личным путем. Галактикой. Солнечной системой, землей, небом, телевизионной башней, над крышей собственного дома. Пройдите обратно в собственную комнату. Заращивая дырки, которые вы там натворили соседям, почувствуйте, как вы прикасаетесь к потолку комнаты и уменьшитесь до своих нормальных размеров. Я впервые подробно это упражнение описал в книжке Ключи к смыслу жизни. Ее можно найти на сайте. И в книжке Прорыв гениальность она описана. Ну, в общем, это уже сейчас не так и важно. Если вы просто, закрыв глаза, меня слушали, то тревоги стало меньше. Что надо сделать, чтобы она уменьшилась еще в связи с сегодняшней передачей? Ну, собрать какое-то количество друзей и соседей и сделать это вместе. Тревога уменьшится. Ну, а все остальные способы, наверное, в других передачах, на других тренингах и на наших встречах, и в частности, еще раз, 19 мая в 15.00 в Московском доме журналиста, я жду вас для того, чтобы делать такие упражнения из античности, поскольку многого мы в апреле не успели. Ну вот, спасибо за то, что вам удалось все это посмотреть. Я думаю, что на сегодня хватит о чем подумать. Ну и пока-пока, подписывайтесь, ставьте лайки, следите за передачами, потому что мне сейчас даже трудно сказать, наверное, следующая наша программа длинная появится после праздников, через неделю. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.